Йоу, всем привет, мои друзья, и снова с вами Макс Рав, вы на канале о путешествиях, и у нас начинается новый суперский крутой видос. А почему он крутой? Потому что вы познакомитесь с самодельным автодомом. Мой подписчик сделал на базе Фиата, и чем он классен? Тем, что это зарегистрированный в Беларуси автодом. В общем, смотрите, не переключайтесь. Ну и, конечно, в дальнейшем у нас приятная неожиданность, приятный сюрприз, друзья. Мы поедем и протестируем мой дом на колесах в сторону Минска, потусим и узнаем, что такое пати-бот, а также баня-бочка, а также у нас купель на дровах. В общем, будет супер круто. Не переключаемся, ну а сейчас приятного просмотра. Ну, друзья, едем смотреть дом на колесах. Прокатимся немного по эндуро, что-то мотик эндуро продала, хочется ж гонять. По полям, по лесам, кататься мы можем. Опа! Главное, при ямочке, да что это, газу побольше подать? Ну а пока, друзья, мы ждем дома на колесах, я вам хочу рассказать о наикрутейшем телефоне Blackview BL5000. Этот телефон шикарен тем, что он влагозащищенный, противоударный, с шикарнейшим экраном, геймеровский телефон, пригодится на все случаи жизни. Телефон, если в путешествии, ты зальешь, потопишь, не всегда можно отремонтировать. Поэтому имейте в виду, что надо вам задуматься о его защите. У этого телефона 128 гигабайт памяти. У этого телефона 3 камеры. Огромнейший дисплей. И главное еще, шикарная батарея, которая выдержит все возможные игрушки. Ну и, конечно же, классные фоточки. Так, запишем видосик в Инстаграм. Небо просто шикарнейшее. Ну а пока ты ждешь... Так как у меня мощный аппарат в руках, Blackview предоставляет возможность играть во все игрушки. Конечно, друзья, телефон просто шикарный. Он очень стильный и красивый. Смотрите, какая задняя панель. Вот этот индикатор еще мерцает. Три камеры. Огромнейшая батарея. Под видео, конечно, друзья, ссылочка, заходите. Вам, по моему промо, будет еще и скидка. Ну а сейчас, вон едет наш автодом. Это у нас даже камера. Это видеонаблюдение. Угу. Ух ты. Станет. Слушай, ну так сразу просторно. Ну это потому что еще кухни нету, кухни, правильно? Нет, да? Нету кухни. А сиденья поворотные? Два. Это родные сиденья, она пришла вот, ну, не два, один, а две. Столешница, слушай, здесь прямо вообще столько места, так прямо просторно. Очень хорошо, что ты сделал маленький туалет, он реально, я уже сам даже сейчас задумывался о том, что он, ну, он не нужен такой большой. Я не маленький, но я там помещаюсь. Угу. Там блин, ну все из фанеры, круто. А что будешь, как покрывать дальше? Ну, в туалет, буду клеить. Вот. А фанеру я хочу и оставить. Блин, ну вообще, ну получилось вообще прикольно. Изначально грузовой, опять же. Да. То есть они сделали раму и установили сиденье, да? Да. Это заводской, ой, заводской уже. Это задокументированный официальный дом на колесах. А здесь почему не решил окна ставить? Ты знаешь, что с окнами у нас... Блин, ну такой багажник вообще офигенный. Ну то есть здесь будет какая-то дверца, здесь будет кухонный элемент, правильно же, Мити? Бак купил именно с Фиата, какой он идет на колесо, ну, становится. И для серой воды бак уже видимо, родной, уже там он стоит. Блин, ну вообще комфортно так. Интересно сделано. Вот тебе окошки все, и москиточки все сделают. Ночная москитка, все полностью. Она, получается, этот стол ложится вниз. И кровать. И делается кровать. Вернул сиденье, опустил стол, и вот тебе, это как одна, для одного человека, да? Электрический насос, 2 минуты он накачал.
Отлично. В многих автодомах они вообще закрывают эту всю панель, потому что вот от нее именно фонит потом зимой, потому что все же у тебя металлические двери, они, естественно, дают такой холодок. Вообще очень хорошо. Но здесь еще будут какие-то рундуки висеть, да, то есть конечно. Будешь вешать. Все же делалось так, чтобы у них было подешевле, чтобы только вот... Получить документы, да. Слушай, ну нормально вообще, такой вот хороший вариант. Здесь это получается еще ниши, да, там да, что-то... там будут аккумуляторы, да, ну вся ее... Там... Здесь тоже, получается, поднимается, да, это? Ага, и ниши. Офигенно. Особенно, когда нету кухонного гарнировища, такой просторный. Мы решили отправиться в Минск на автодоме, чтобы его протестировать, потому что если вдруг я его не продам, то, возможно, мы на нем поедем в большое путешествие по Европе. Возможно. И сейчас как раз едем в Минск, тестируем нашу скоростную коробку. Ну и, конечно, самих себя. Я уже немножко домрафитил, доделал, вы это видели в видео. Процесс улучшения продолжается. И сейчас и сегодня мы, точнее, потусуемся с Андреем пару спекбэк. Посмотрим, что такое пати-бот, посмотрим баньку, а также посмотрим купиль на дровах. Так что не переключайся, ставь лайк, если не подписан, подписывайся, потому что на этом канале будет все время много чего интересного. Ну и, конечно, под видео есть возможность поддержать канал на Patreon, либо на какие-то донейшн. Так что ждем тебя. То можно сказать, что если нормальная прямая, без каких-то сильно высоких подъемов и спусков, то 100, вот даже до 110 по навигатору, это 95 метров в час я уже иду. А где-то он разгоняется, где-то замедляется, вот как сейчас подъем, спуск. То есть спуск горки мы набираем 110. Это где-то 100-102 километра по навигатору. Сейчас идет подъем, то есть он замедлится опять. Ну, в принципе, наверное, в общей массе, я думаю, что контров на 10 мы будем увеличивать скорость среднюю. Ну, на больших расстояниях это существенно. Пока приехали, что-то там поделать, раз такой. А почему бы не отдохнуть, пока там Юля пошла делами заниматься? Сын на чили. Ну, и мы почили. Осень, листья, деревья сбросил. Что-то такое-то дело. Медведя? Ну да. Такая маленькая дорожка. О, поехали. Мы уже добрались до Минска. Через 500 метров мы уже почти приедем. Так, Андрюха сюда переместился. Он яхточки. Смотрите, встретились мы с бизнесменом Андреем Парус 5 Бай. И смотрите, какая это баня-бочка фактически, правильно? Без углов. Да. По принципу сделаны бани-бочки. На дровишках. Только на лиственных. Я еще лукар забираюсь. Вау. Ой, прикольно, слушай, так сделано, интересно. Я когда-то вообще хотел построить тоже себя такую. Только забросился, все. Вау, класс, класс, класс. Давай, ботов снимай, в каюту заходим. Так, все как. Она вообще новая, понимаешь, такого. Вообще новая? Если ух ты! Сюда, ну да. Сюда. Классная и вообще. Ага. Покушать, а здесь покушаем. Да, да, можно. Смотри, как красиво. Ну да. Вообще так берешь, смотришь. Главное, что, знаешь, еще вопрос, чтобы если люди бы не видели с этой стороны. Не-не-не, чтобы такое тонированное, чтобы было, чтобы, а то письками бегать тут, знаешь. Здесь парилочка такая. Блин, ну прикольно придумано, да? Ну, жив, да. Ну. О, видишь, он знает. Мы прибыл только куда надо. А это у нас купель, да? Да, это купель. Сейчас я протру, буду наполнять тоже вот это. Вау, на дровах. Нифига себе, ну да, это вообще круто. И мангальчик, надо было мяско взять. С подсветкой, да, да, да. Можем сейчас, выбор есть такой. Сейчас кушаем и выбираем. И в магазин. И в магазин, на самом деле, мяско, пожалуйста. А тут у Андрюхи байдарки. Ну прикольно. Это какая, сколько размер ее? Это 7,20. Морс. 2001 год. Кстати, очень плохого хранения. 9 лет стоял, наверное, вообще просто потемнело. Вот так вот. Мы ее отмыли. Ага. Видно, что ремонт еще надо делать. Ну, даже на таком, когда для гостей мы сделаем красиво, они даже не понимают, что она старенькая, но все хотят. А это тоже? Это мы будем открывать в следующем году клуб под подписки. То есть человек сможет там заплатить там, 50 рублей в месяц,
и прийти в месяц там 4 часа тренировки. Покататься. Класс. Тренер дал урок, а потом он сам. А тут матч-то несъемная, да? Не, несъемная, но для начинающего уровня вообще только в путь. Ну да, прикольно. Он первый, кто дает лодки вот такого небольшого размера за вменяемые деньги, чтобы люди могли практиковаться парусом. Так, а это пати-бот. О, смотри, как она. Это вообще тримаран, да? Тримаран, катамаран, дом на воде. Макс. Ух, классно. Йоу, да, можно, еще бы парус можно было поставить. Так, да. Можно и кофейку, смотри, колоночка вся. Да, все работает, на самом деле. Вопрос другой, что мы только с августа начали ей заниматься. Она стояла уже. Я ровно год назад, в августе, ее купил и за всех всяких событий не занимался. И такой... Да-да, все равно. Класс. Я вот такой вот пришел, на самом деле, катал недавно. Да, людей? Я же тебе говорил, что пока ты едешь, я тут уже... Потусишь. Да. Класс, мангальчик, вся фигня. Ну как есть, для старта вообще огонь. Вообще это что-то судно. Каталось здесь и корпоративы, в текущем, ну, даже прикольно. Состоянии люди очень хотят ее. Ну да, это очень интересная тема. Вот на ней бы сплавляться. Она, кстати, была на нем. Ну, мы прикольно. А что надо делать на пати-бот, друзья? Конечно, тусить. Но так как пока что мы не можем тусить, он Давид везде тусит, все что-то делает. Мы сейчас попробуем супер крутые бургеры от гриль Манеро. Которые здесь, кстати, рядом продаются. Которым не требуется реклама. Которым не требуется реклама, потому что они очень вкусные. Вообще сейчас очень модная тема поедания еды. Вау! На гриле. Видите, мы можем видеть со стороны женщину, которая снимает на блог что-то тоже. Она тиктокерша. Тиктокерша? Откуда знаешь? Потому что она под песню это делает. Да, конечно, слушай, ну вообще так прикольно, да. Неожиданно даже. Мы уже плывем, друзья, или как правильно сказать, это подходит? Идем. Идем? Ну, в общем, мы идем, друзья. Пошли посмотрим обзорную. Это, знаешь, как есть рум-тур, а тут пати-тур. Пати-тур. Рум-тур по пати-бот. Вау! Не, ну это круто! Вы просто посмотрите, оцените, насколько масштабно и прикольно. Главное, тебя не укачивает, ты просто на релаксе. Шик. Можно разговаривать, можно тусить, и неважно какая погода, потому что здесь есть печка, здесь есть кухня, здесь есть мангал, и ты такой... Эй-эй-эй. Эй-эй-эй. Класс. Так, представляешь, Лиля, мы жили с тобой бы вот на воде, и такую нашу большую лодку перегоняем, он как дом у кого-то там. Ай, давай поживем здесь, нет, так неинтересно? Очень медленно. Так тебе куда спешить, если ты перебираешься? Кстати, в США вот таких лодок, пати-бот, я очень много встречал, и люди реально живут. Они тоже вот такие квадратные, тоже на понтонах, и они по каналам передвигаются. А чтобы понимать, можно всю США до Канады спокойно переплыть по каналу. Ну, правда, там в некоторых местах может качать хорошо, но все же. Особенно если, да, погода, как сейчас, уже не очень. На улице постоял, там покурил, потусил, потом зашел в помещение, тут тепленько, хорошо. Вау. Смотрите сейчас, как мы пойдем через мост. Офигенно. Под мостиком сейчас прогуляемся, вау. Один у нас спит уже, боец. Вот это, да, вот это. Тут небоскребище практически. Чикаго, блин, тут вдали, а мы тут по реке Мичиган, типа. Оп, такая пошла. Ева, иди-ка, давай в будку, иди заходи. Не морозь там всех. Вау, ну, блин, конечно, очень круто. Такие классные ощущения. Знаешь, ты вот вроде и на воде, но тебя не качает, у тебя столько места. Класс. Вообще, блин, ну... Прям нереально. То есть вот, ну, днюху есть отмечать, просто мега круто. Кстати, стоимость
Пати-бот стоит $8 в час на человека. Сюда может поместиться 20 человек, и спокойно можно отпраздновать день рождения, там, не знаю, годовщину, еще что-нибудь. То есть вообще класс. Даже можно с детками, потому что они могут внутри гулять, а родители, естественно, снаружи. В общем, блин, я в восторге. Это интересно, надо попробовать уже. Есть такие дома на воде, это, блин, тема. Мы уже вернулись с нашего плавания, сейчас у нас движуха будет это с банями и с купелью. Мы готовим сейчас дрова на то, чтобы заложить их в купель, и будет у нас купель на дровах. Это что-то нереально крутое. Блин, вообще так кайфовенько, да? С дровками подпахивает, тут, блин, лес такой шикарный, тут у тебя купель, еще яхты, баня, рай! Первая кружка, да? Первая кружка, да, в этой бане, ура! Да? Андрюха, давай! Холодный еще? Ой, холодный, она не такая. Холодная еще. Она не такая холодная, но все равно холодная.